Всем привет, дорогие друзья, с вами Дарди, добро пожаловать в игрушку Roblox. Ну что ж, давайте начнем. Мы играем за такого вот зомби, который на воздушном шарике, довольно-таки забавный шарик. Давайте приблизим его. Так, отлично. Вот такой вот зомбарь с такими зубами. И он идет навстречу приключениям. Ой, упал немножко. Какая-то газонокосилка, подождите. Так это же наши враги. Окей, давайте возьмем нашу базуку. И поднимемся вверх. На такой карте я не играл. Смотрите, там какой-то купол. О, это наш. Наш чувак, давайте к нему подлетим. Кстати, почему, интересно, никто не играет с чувака с воздушным шариком? Он такой забавный. Так, привет, привет. Вот они, наши враги. Буду сверху их обстреливать. Так, вот, собственно говоря, вся карта. О, нифига себе. Может, на самый верх подняться? Нифига себе, вышка. Мы на вышке. А, эту вышку надо захватить, боже мой. Как же мне повезло. Попробуем захватить, давайте. Или она уже наша? Мы же за синих играем. Ну да, вышка наша. Вышка взята. А, смотрите, я дальше не могу, он вверх смотрит. Куда ты смотришь тогда? Там же небо чистое. О, нифига себе, какой луч большой. Такое ощущение, что я застрял. А как вниз спуститься? О, упали. Так, меня не видят. Один готов. Это макет. Это макеты. А, нет, это нет. А вот этот, смотрите, макет. Блин, забавно. А, на фоне их что ли сфотографироваться? Вот, отлично. Отличный кадр, я считаю. Так, кто там еще? Музыку, кстати, можно отключить. Эй! Кто такой? M&M, что ли? Похоже на две шоколадки какие-то. О, мы заново начали. Так, и я, рогатый олень. Мне нравятся рога. Действительно, ему идет рога. Очень крутые. Олененок. Я прям этого персонажа оставлю. Персонаж оленя. Прикольно выглядит. Еще какие-нибудь крылья. А, это ХП опыт мне дали, да? Третий левел. А, вот, плеер ХП. Пока что третий нормально. Так, мы продолжаем. Так, тут, смотрите, с крыльями кто-то. Идем дальше. Выбираем карту. Я постройку выбрал. Нет. По-моему, что-то там в темноте. О, это чувак, который прячет свои мозги. Помните его? Можно взять рубин. Пока не будем брать рубины. Нет, потом. Нормально пока что все. Да харе уже предлагать. Так, ребят, я игнаю. Играю за магнитик вот такой вот. Так, отлично, забавно. О, 60 патронов у меня. Блистательно. Надо выйти отсюда. Эй! О, нифига себе, тут какой-то туннель. Так, интересно. Куда он ведет? На крышу? О, прикольно. На крышу. Мы против зомбарей играем. А, вот та лужайка. Помните, ребята, лужайку? Давайте я. Так, дела. Оттуда идут зомби. Так, подальше. Вот отсюда, видимо, идут зомбари по лесенке. Вот они тут. Газонокосилки. А что там внизу? А, тоже водяная газонокосилка. Зачем водяная газонокосилка вообще нужна? Ну или плюс. Я не знаю, что там такое, правда. Так, а это что такое непонятное на колесиках? Ладно, не будем заморачиваться. Ух ты, нифига себе. Давайте посмотрим, вот еще площадочка, вот они, подсолнухи. О, магнитик, я тоже могу встать на своей линии. Давайте встанем. Вот, отлично. Это такой магнитик. Ну, я, конечно, лучше, красивее намного. Ну, как-то так это выглядит. Так, ясно, вот он орех. Злой орех. Ух ты, какой страшный. А прыгнуть нельзя. А, не, можно прыгнуть. В пасть бы ему попасть. Ну, по крайней мере, на нем может постоять.
Так, ладно, давайте найдем наших врагов. Так, вон там я одного вижу. Эй! Это макет всего лишь. Блин, так можно реально спутать. А чё он взрывается? Манекены. О, что у него такое? Менюшка какая-то. Он, видимо, кого-то выбирает. Давайте посмотрим. Тут и гранаты, еще что-то, скорость. Так, ну, в общем, вот такая вот менюшка запечатлена. Так, ладно, идем дальше. Тут какой-то кран. Ну-ка. Кран сносит здание. Это строители. Все, я понял. И строители превратились в зомби. А тут растения, которые борются с зомби. Кто придумал эту игру растений против зомби? Довольно-таки прикольно получилось. Так. В кого стрелять-то? Что-то я не вижу зомбарей. Можно разглядеть. О, вон один зомби. Это как танки, знаете? Танки в онлайн. Так, все, попался. Почему так долго перезаряжается? Тут белый зомби. Давай же, давай же, давай же, добили. Отлично, я его добил. Чувак со щитом, смотрите, тут стоит. А, он газету читает, Роблокс. Да, чувак читает, у него близорукость. Он чуть близко держит ее. Зачем он в трусах? Он не мог поприличнее одеться. Так, еще один есть. Так, слишком много зомбарей. Так, нужно спрятаться, пока перезарядка идет. Вот. Отлично, его тоже убили. Вон там еще один. Замечательно. А заранее нельзя перезарядиться. Эй, хоры. О, вот он еще один. Пока что не всех опробовал. Сколько я уже убил? А тут статистика не показывается, да, сколько я убил? Так, ну ладно. По-моему, я много уже убил. О, меня взяли на мушку. Меня взяли под прицел. Думаю, самое время смотаться. Отлично. Так, подбили. Он оставил здоровье. Если в зоне находиться. В зоне цветка. О, могилки. Такие руки торчат. Так, тут, видимо, ребята на зарядку встали. Я уже более-менее научился играть. Да что такая долгая перезарядка, блин. Готов один. Мы прям захватили, они в какой-то часовне находятся. Перезарядка.
Зачем он спрятался? Я же сзади был. Так, окей. Да, это лесенка. Все, я в здании. Так, мы поднялись на крышу. Что отсюда? Блин, я постоянно подгоняюсь, это манекен. Да что ты будешь делать? У меня 4 хп. По-моему, я его убил. Да. Он чуть меня не завалил. Было 4 хп или 3 там. В общем, очень мало. О, смотрите, здоровяк, помните его? Ну-ка. Надо залезть повыше. Здоровяк. А, нифига себе он. Так, сорвал столб. Электрический столб сорвал. Еще один готов. Минута осталось 53. Я думаю, доиграем. И посмотрим, сколько нам дадут опыта. Вот тоже, тут очень много, ребят, манекенов, поэтому можно легко спутать. Так. Чувак впереди. Да он убежал от меня. Перезарядка. Дождемся. Да что ты от меня убегаешь? Смирись со своей судьбой уже. Слишком много. Ой, кажется, они наступают. Так, мы еще одного завалили. Так, спрячемся пока что. Так, я неплохо довольно-таки поиграл сейчас. Уже научился. Сколько киллов у меня, интересно? Я просто не вижу. Еще один готовый. Да, все, время закончилось, да? Plants win. Plants, мы победили. А, это командиры. Мы выиграли. Отлично. Сейчас будет статистику покажет нам. И посмотрим, кто круче. Так. Люблю свои рога, ребят. Обожаю. Я их берегу. Так, смотрим. Так, довольно-таки много опыта дали. 4-й левел у меня уже. Блистательно и великолепно. Ну что, ребят, не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на канал, и будет больше серий. С вами был 3D. Всем до скорого. Пока-пока.